Всем здорова, чуваки! С вами Варпач, Exile и, конечно же, Алекс Фокс, и мы играем в PlayerUnknown Battleground. Хейо, братишки! Ей, всем здорова! Ребята, у нас сейчас будет очень большая жаришка, у нас начнутся засады, потому что мы приземлились на полицейский участок. Здесь абсолютно всегда происходит какая-то дичь. Я уже смертный приговор тебе подписал. Сань, ну еще, возможно, нет. Блин, так, как нашел? Я уже столько всего нашел, на самом деле, на оружие, но оружие само еще не дожил. То же самое. Много всего, оружия нету никакого. Я буду надеяться, что здесь оружие вообще ни у кого не будет. Зачем мне патроны, дайте мне оружие. Так, перезаряжаем это все, залазим. Кстати, наверху там чел один приземлился, так что аккуратнее. У нас здесь на военной... Ой, так, понял. Спасибо хоть за пистолет. По нашему чуваку стреляют, я его никак... А, нет, смогу, нет, не смогу спасти. Я вижу, как его убили. Причем с верхних этажов я вижу, что в ангаре один чувак бегает. Поэтому, да. Ближайший к ментовке. То есть он, скорее всего, сейчас выбежит и побежит ко мне. Я постараюсь поймать его. Возможно, он побежит и не через главный вход. У меня есть пистолет. Уже хоть что-то радует меня. Возможно, он не через главный побежит. Тут у нас есть еще. Главное, знаешь, не спугнуть этого говнюка. Главное, чтобы меня сейчас не завалили, остальное не важно. Как говорил Илья, где один, там и трое, потому что мы играем в скваде. А, не видел. В первом, Сань, в первом, где убили чувака, там точно... Я на первом этаже полицейского участка. Тихо. Это, надеюсь, по мне стрельба сейчас, а тут по мне было стрельба. Вырубил чувака во втором ангаре. Могу еще раз повторить? Так, может, да, что ты... Вырубил чувака во втором ангаре. Там же, где убили нашего, только второй. Вижу еще одного. Так, мачете мне не нужен. Нашел калаш, отлично. Так, здесь где-то дробовик должен лежать же, да? Да. Так, аккуратно. Вырубил? Значит, еще двое где-то. Скорее всего, где-то здесь же. Ля-ля-ля, где? Я осторожничаю. Ты добил, нет? Прям, где наш чел умер, там он. Я понял, я иду на помогать. На втором этаже есть кто-нибудь в здании? В здании вообще я. А, блин. Тогда что я тут очкую? Я не знаю, что ты очкуешь. Я его чувствую. Так, я так понимаю, надо, короче, идти Илье помогать, да, Илье? Илья, надо помочь? Да, да. Да, мне было вообще... Все, я иду. Сань, лутай, я пошел Илье помогу. Хорошо. Долутай этот дом, первый, второй этаж, долутай, остальные лутанул. Так, Илья, ты что, нападаем на них? Скорее всего, за ангарами могут быть остальные двое. Третий этаж ты лутал, да, весь? Третий, да. Второй и первый только не лутал. Ну все, второй, тут нет ничего интересного. Один умер. Патрон на калаш, отлично. Я просто добил. Да, еще один есть, там в плаще бегал. Граната у нас есть, отлично. У него МК-416, пока не буду брать. Скорее всего, Илья и Саня нас могут ждать на выходе. Они могли сделать засаду. Засаду в виде гномиков. Главное не расслабляться. Так. Выхожу из здания. Наш чувак, вижу, лежит, не вижу врагов. Илья, ты проверил тот ангар, нет? Какой? Вот этот. Здесь же я тоже чувака убил. О! Тихо! Мотоцикл сверху. Да. Так, здесь скар. Более утоляющая. И там еще была... Ты взял с того лутанул? С того лутанул, да. Ты забрал, да, М-ку или что там было? У него не было. Кого? Было. Вот здесь ящик? Нет, вот здесь ящик. Вот здесь. Не. Так, подожди. На нас уже объявили охоту, я это прям чувствую. Угу. Так, М-ка прям лежит. 416-я М-очка, я забираю. А патроны? Патроны есть. Хорошо. Сколько у меня на калаш патронов? Уф, пацаны! Блин, на калаш патронов. Индикаторы за полис! Уф! Это саунд полис. Да. На сидера бист. Сейчас на нас побегут. Если вы найдете патрон на калаш, говорите мне. Хорошо. У меня есть патрон на... А, нет, нету. Сейчас на нас побегут. Первое, это смильты. Второе, вот с этих вот... Где, подожди. Вот здесь вот находятся эти самые... Бункеры еще. Да. И дело в том, что ребята, которых мы сейчас убили, они уведомили своих друзей, что здесь есть целый сквад. То есть нас будут ждать. То есть мы вообще в такой жопке-жопке. Если мы отсюда побыстрее свалим, то будет не так уж и плохо. Предлагаю валить. Окей. Так, Илья, там нет ничего, я проверял. Все понял.
понял, понял. Все, валим. Валим как можно скорее. По левому флангу переходить. Сразу, как вышли с центрального входа, сразу валим куда-то, потому что я слышал мотоцикл где-то там наверху. У меня прицелов нет. У меня коллиматорный. У меня тоже коллиматорный есть, и все. У меня вообще ничего нет. Так, это выкинуть. Я дурак, я поставил его на сайгу. Цевьё надо кому, нет? Мне нужно, мне нужно. Чё, так до ангара пойдем до синего? Можно сходить. Прогуляться, посмотреть. Я предлагаю, можно, можно. Можно глянуть. Цевьё. Илья, у меня, а тебе на цевьё? Кстати, мы в зоне, неплохо. Да, мне цевьё нужно. На, Илья. Цевьё. Илья. Сейчас, секунду, я жилет тут возьму. Скину на выходе. Вон, где выходить будешь? Тут нет никаких жилетов. Вопрос один. Ой, это мой энергетик. Не-не-не-не. Хорошо, хорошо. Без проблем, без проблем, брат. Деньги! Дайте мне патроны. Здесь шлем есть, 416. Сань, там фуражка есть. Ой, я можешь патроны возьму? У тебя есть патроны? Да, у меня есть. Окей, я патроны взял. У меня нет патрона калаш, у меня тут один магазин. Сань, ты классно припарковался, кстати. Ежи, я в моем месте. Возьми мой скар. И поехали вообще куда-нибудь вот сюда, в метку на... Смотрите карту, метку я поставил. Сейчас, Сань, посмотрим. Так, твоя метка какая, зеленая? Да. Мы там ничего не найдем, мы не залутанные абсолютно. Да, вот сюда. Я предлагаю как-то с мильты, ребята, сейчас по дороге, либо через эти... О, еще один энергетик. Древесины. Короче, ставь, поедут метку, сюда. Я еду. Я как-то Яндекс.Такси ставь. Хорошо, давай. Давай вот... Блин, я даже не знаю. Ох, ни хрена себе! Че? Че? У меня сейчас прям гром так ударил, и молния, у меня вся комната осветилась, я сейчас обосрался. Нормально. Я подумал, кто мне свет в комнате включил, у меня фуражка. Бывает такое, бывает. Поехали, я не знаю, вот сюда поехали. Вражок. Ну, к школе поближе. Хоть там и небезопасно, но мы хотя бы полутать дома так сможем. Ветер северный. Переключи радио, пожалуйста. Этапом из Твери дня немерено. Переключите радио, пожалуйста. Путана, путана, путана. Ночная бабочка, но кто сначала виноват. Сначала 500 затемлю. Пожалуйста, не трек, а радио, электростанция. Как это называется? Электростанция. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Да. Так. Решено. Саня, мама, ты гей. Так, все, вот здесь аккуратненько, папа, пожалуйста. Пожалуйста, нормально, ведите машину, а то одну звездочку поставлю вам. Можешь здесь остановиться. Спасибо. Ой, здесь тоже сейчас громыхает. Ой, там, кстати, двери везде открыты. Мы, наверное, зря туда приехали. Так, дай мне бинты, я сейчас обмотаюсь. Какая аптечка, дурак? Фараон. А, для калаша есть патроны. Саня, обменяю на 30 патронов для М-ки. Начнется просто адская херотень. У нас прицелов нет. Прицелов нет. Да. Поехали? В этом ты прав. У меня еще гром на улице. Поехали? Гурам на улице. Гром, поехали? Пранки. Поехали, поехали. В зону. Илью забери. Внимание, я не хочу, чтобы на меня... Рядом с Ильей не едь тогда. И не ближе к домам, Сань. К домам не надо. Саня, сука. Рядом с Ильей. Вот как этого человека отговорить ехать к домам? А что произошло? Ты из одних домов к другим едешь сейчас. Вот сейчас мы перевернемся. Я говорил, что мы перевернемся? Ты видел, мы просто сальто сделали, йоу. Да, я дальше побежал, дальше мотоцикла. Что происходит? Да ничего не происходит. У меня вылетела игра вообще. В смысле, Илья? У меня без смысла вылетела игра, просто она захотела выйти, погулять. Вот это плохо. И ты просто бежишь, кстати. Да? Да, ты просто бежишь вперед. Я как бегу, один из тех людей, пройдет. Которых, я не знаю, встречали ли вы в ПБ, бывает, да, типа да. Ботов таких бегут, ты по ним стреляешь, им хоть бы хер вообще. Это, походу, один из них я сейчас. Да. Это бессмысленная трата пуль. Да. Ну почему так? Вот как Илья теперь превратился из дропалова в дровопуля. Не, ловца пуль. Дропопуля. Дропопуль. Дра-па-па-па-пуль. Но я перемещаюсь ближе к центру, не знаю, по кустам, по нычкам. О. Так, тихо-тихо-тихо, Сань. Справа что стреляют, дэнку. Слева машина. На нас прям едет машина. Вот, видишь, чуть ниже. Ужас, просто ужас, я ненавижу эту игру. Сань, машина, Сань. Пускай едет. Видит нас, не видит? Не видит. Пускай, куда ехал, то пусть. А что она зигзагами, сука, катается? Я просто не хочу палиться. Да, видишь, едет. Чем так медленно едет? Я не знаю.
Ну, они на шифте едут, котстати. Я ж на мотоцикле это даже делаю. Я предлагаю сзади их обойти. О, господи. Ой, а там вообще война Лево какая-то. Стрельба. Мы, ребят, смысла вылазить нам абсолютно нету, потому что первое... Мы по кемперам. Мы будем держаться... Вот, бегут слева, видишь, один бежит. Но пока не стреляем. Один, видишь, в кустах? В кусты сел. Может, видишь? Мочканем? Он, кстати, походу один. Он, походу, палит. Может, мочканем его? Подожди. Давай мочканем. Давай. 3, 2, пошло. Пополз, пацан. Умер, нет? Убил. А, он смотрел вниз, значит, скорее всего, те чуваки на... Значит, этом... нам пизда. А, как его называется? На машине его братаны были. Кстати, выживших, смотри, прям братаны? счетчик уменьшается. Может, погнали, залутаем, попробуем. А, опасно, Сань, очень опасно. Я попробую. Ну давай, классный. Давай, я буду вверх смотреть. Это лучше, чем ничего, на самом деле. Надо пробовать всю жизнь. Что у него есть? Я только добежал до него. О! Сань! Где? Что произошло? Ты живой? Я живой. Он за деревом. Лутай и убегай оттуда. За деревом ровно на 165. Да, от тебя он где-то на СВ. Нет, даже так, меньше. Так, 190, так, на так, С, так, наверное. Лутаю. И что у него там? Я ему хорошо прорядил. Что-то херня полная. Я хорошо так, ему зарядил. Сань, по тебе стреляют, нет? Нет. Целый прицел. Прикрой меня только, пожалуйста. Прикрываю, не вижу его. У меня коллиматор, я что могу тебе сделать? Я стрелял в него, я не видел, куда стрелять. 4X, у него 4X. О, отлично, это хорошо. О, это уже что-то. Да, подожди, я уже приляю. Сань, и предлагаю нам быстро, очень быстро бежать. Сейчас, заюзаю аптечку, побежим. Так, ты подожди, стоп, куда ты побежал? Ты вон, подожди, стоит. Нет, не стоит. Ты дай мне этот прицел быстренько. На. Скинул. Благодарочка. Очень благодарен, сеньор. Могу скинуть. Как аптечки? Ничего не надо, пойдем. У меня еще есть большая аптечка. Сплевать мне некогда их принимать, братан. У нас 10 секунд, чтобы добежать до центра. Эти чуваки, они сидят вот здесь вот прям. Четко вот здесь вот он сидел. Я по нему хорошенечко попал. Скорее всего, он просто... Да, он сел в машину и поехал. Мотоцикл сел, поехал, я понял. Зона, давит. Да, я про это и говорил. Вон они, смотри, бегут, летят. Вообще, Battlefield устроили там. Мы прям сейчас им в жопу зайдем. Прям хорошенечко так зайдем им в анал. Сань, ты угол другой возьми. Ты будешь бежать быстрее зоны, видишь, как я? Чуть-чуть другой угол выбери. Чуть-чуть другой угол. Так, у меня есть одно болеутоляющее. Гранаты. Окей. Сейчас я уже... Ой-ой-ой, слева снайперы. А эти чуваки, за которыми я побежал, я прямо им в жопу должен забежать, по сути. По сути, они, мне кажется, сейчас остановились прямо на краю зоны. Обычно все люди так делают. Сука. Ай, вот очень опасно сейчас делать. Вот очень опасно, сука. Очень опасно сейчас сделал. Очень опасно. Мне очень страшно. Я бы никогда так не поступил. Отвечаю. Так, все. Машина на 195, Сань. Там чуваки ползают. Писец вообще, там писец. Долго, что я ничего не вижу. Я понял. Так. Ой-ой-ой-ой-ой! У меня в жопе чуваки! Да сука! Это... Квакозябрики! Где? У меня за камнем, за мной. Вот куда я смотрю, видишь, куда я смотрю? Прям там один чувак. И один сзади тебя, один сзади тебя еще. Куда че я побежал к тебе там? Меня не прикрывай, свою жопу прикрой. Он снайпер, походу. Этот гандон сидит и смотрит, сука. Так, давай. Выдохнул, пошел. Вырубил. Все, нет пацана. Все, его не спасут. Сань, с твоей стороны парень за деревьями... У меня на СЕ бегает. Прям очень близко ко мне трется. Я не могу вылазить. Один где-то прям подо мной, лол.
Убил! Отлично! Так, все. Да, нихуя! Откуда ты, блядь, дядя взялся? Так, быстро лутаем, 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 мое. Так, тихо. Ёб твою мать, нихуя. Да пошел! Тихо. Я понял. Так, подлетающий. Это очень маленькая зона до 30 человек. Ой, мне надо у него, сука, рюкзак штырнуть. Так, быстро. Братишка, давай. Эть. 5.56, пожалуйста. Так, это все хорошо. Энергетик. А, Саня, он около тебя, да, был? Я слышал его, не видел его. Он... Вот он. Отлично! Минус пацан. Охереть, у него лут! Ёб твою за ногу! Не советую. Что там такое? Что такое? Очень хороший лут, лут. Тебя зона бьет. Братан, все нормально. Зона далеко бежать. Нормально, ёпта, нормально, я выживу, отвечаю. У меня, кстати, большая аптечка. Все, нормально, я живу, пацаны. Я живу, ёпта. Давай, так, подожди. Ран, Вася, ран. Подожди, у него очень много всего, сука. Давай, пей. Аптечку юзай. Нормально, я выживу. Мне главное взять все это говно. Ать. Жадность фраера сгубила. Сейчас она тебя изгубит, блядь, ты не успеешь. Да несы, у меня аптечек тут до жопы, 8 аптечек, Сань. А время-то лечения. Сань, секунды, так, успеешь, нормально, успеешь. Да. Эть. Представь тебе бежать сейчас и каждый раз останавливаться, лечиться. Нормально. Я сейчас возьму главное. Мне, понимаешь, я с тем лутом, которым я бы туда хотел побежать, я бы хер выжил. Понимаешь, в чем дело? Да ты сейчас здесь сдохнешь. Нет, я выживу. Эть. Так, давай, принял. Здесь еще энергетики не успею принять. Но это я все успею сделать. О, господи. Илья, ты видишь это говно? Нет, я ничего не вижу. Я смотрю на рабочий стол и понимаю твою беспомощность. Ай, давай, пошел, варпачик, давай, пошел. Красавчик, давай. Пожалуйста, успей. Должен. Так, отлично. Так. Ой, бля, сука, вон чуть-чуть. Они, да вон они все бегают, мрази. Я их вижу, всех причем вижу. Давай, ран. Нужна зона, то она вот она прям. Просто в зону, ой, просто ой. Забежал. И она убегает. Просто в зону забежал. Сука. Подожди. Я не успел, походу. Успел, Сань, я успел. Да что ты гонишь, а? Что ты гонишь, фраешнягу, не по теме. Я выживу, аптечек, да хера. Я вижу этих херов тут. Ой-ой-ой. Вот они бегают, сука. Ну вот они, прям вот передо мной бегают. Вот он. Ты прикинь, буквально последние секунды ты успел принять аптечку. Эти все, я сейчас сдохну. Да, все. Сука. Жадность фраера разгубила. Ну не, я хотя бы, знаешь, я попытался. Потому что с тем лутом, которым я бы туда пошел, у меня не было патронов. Нормально патронов не было. У меня не было лута, не было никаких прицелов. Ну, то есть было бы очень и очень тяжко. Ребят, ну я не знаю, как это описывать вообще. Я надеюсь, вам понравился такой сюжетик. Если да, то не забывайте подписываться на каналчик, ставьте лайки и, конечно же, оставляйте свои комментарии. С вами были Варпачик, Сайл, Алекс Фокс. Всем удачки и всем покусики. Это было Плотненько. Пока, ребята. Всем пока.